металлу нагрузил на этот велос. У меня багажник такой сделан. А такие болванки, они тяжелые, ёшка, ну, да, там вообще на... Я назад нагружу, наперед, на рули, на эти навешу мешки с медью, так с алюминиями. Сам сяду еще на. Я, короче, хотел приподнять этот велос, там через бордюру проехать. Какой нахуй, нифига он тяжелый. Я кое-как, там какой-то еще мужик подошел, тебе помог, говорю, ага, помоги. Ой, говорю, спасибо большое, помог мне через бордюры. И главное, у меня все вот эти машинисты, вот представляете, машинисты. Я с грузом еду, вот что вот есть шофера такие, и я вот никогда их не забуду. Они раз останавливаются. Я ешку, думаю, нифига, остановился, такой раз проезжаю потихонечку, он остановился, я через дорогу раз прошел. Я вот, сколько шоферов, вот шоферов, за счет шоферов, да, вот сколько они меня пропускали вообще, а может, у меня какой-нибудь гипноз или что, ну, такой, я не знаю, что действует. Короче, я вот, когда около, вот, перейти мне дорогу, машины на расстоянии, где-то хрен его знает, где останавливаются. Там же полоса ограничений есть, они вот там где-то вдалеке останавливаются. Я, может, думаю, я сам их останавливаю, что ли? Мне так удивленно, и все машины стоят, я думаю, что-то с ними случилось, что ли? И велосипед свой качу, да, с грузом, на, раз, прокачу, потом они раз и едут, а я им еще вот так... головой вот так мотаю, мол, спасибо, потому что у меня руки заняты. Если я рукой помашу, а я одной рукой, потому что велос не удержу, у него вес большой, он упадет, перевернется на. Мне, потому что двумя руками надо держать велосипед. Я головой вот так, ну, приветствую. О, спасибо, что вы остановились. И, короче, дальше пиляю на. И вот, короче, вот сколько через дорогу всегда вот, начну через дорогу приходить, опять такие все останавливаются. Я думаю, что такое удивляется? Неужели такие шофера исправились? Я говорю, вот такие дисциплинированные шофера. Я думаю, ну ничего себе. Или, а может, у меня такой гипноз, что они останавливаются. Да? Я такой, опять пьяный. Благодать у вас, спасибо. Ну, в мыслях я им говорю, они же меня не услышат. И мне рукой нельзя махать, потому что у меня груз. Я же не брошу его на дороге. Мне его постоянно надо держать, этот велосипед. Он у меня двухколесный велосипед, а не трехколесный. Но его надо держать постоянно. Я головой мотаю и глазами, ну и улыбкой вот так. Ну, изображаю. И, короче, вот так. Ну, это очень для меня приятно, когда вот шофера останавливаются. Ой, очень, очень даже приятно. Я такой доволен. Когда они останавливаются, когда вот я с грузом иду, они все останавливаются. Это как волшебная палочка. Я махнул чем-то так вот. Или глаза. А, кот Базилий, вот в мультфильме какой-то был. Кот Базилий вот так мешком ходил, глазом раз. И птичка ему раз в мешок попала, на. Он так глазом стрелял птичку, и ему птичка падала, и он в мешок, во. И так же я, как глазом в эту машину, динь, машина остановилась, и я поеду, иду спокойно. Во, как оказывается, у меня энергия какая действует. То-то...